Ваша задача – защищайте свои ворота, а забиваем вон в те. Все, уяснили? Поехали. Пас, удар и гол. Урок физической культуры в 6 классе необычный, футбольный. Школьники, в том числе и девчонки, по пятницам раз в неделю теперь учатся обращаться с мячом и знакомиться с азами самого известного вида спорта в мире. Я обрадовался, потому что я и сам занимаюсь футболом уже долго. Любимое упражнение – это всегда удары, потому что всегда есть интрига забивать голы. Ну, вообще, играю защитника. Пасы люблю передавать, но это весело и интересно. Но если парни рады футболу в школьной программе, то девочки к нововведению относятся немного скептически. Я не очень люблю играть в футбол, а так некоторым это нравится. Планируешь покорить все-таки этот вид спорта? Нет. По словам девочек, на футбол они не сильно настроены, но вы бы видели их глаза, когда прозвучал свисток. Так упорно и с желанием забить гол играет не каждая профессиональная команда мальчишек. В 118-й школе уроки с мячом проходят со 2 по 4 и в 6 классах. Учебный модуль «Футбол» Российский футбольный союз разработал совместно с Министерством просвещения. Все преподаватели в августе прошли бесплатный курс обучения и получили сертификат организатора массового футбола. На уроках потихоньку начинаем от элементарных начала. И постепенно сейчас формируем уже команды для тренировок уже не за счет уроков, то есть на уроках как бы мы селекцию проводим, ну и в дальнейшем, думаю, они будут заниматься уже у нас в секциях. Потихоньку привыкают, и сейчас с удовольствием занимаются, идут на урок с удовольствием. Инвентарь, мячи, манишки и ворота пока используют свои, но по проекту РФС всю футбольную экипировку выдает организатор бесплатно. 118-я школа ее ожидает. Да, мы ждем экипировку, потому что уже отправлена федерация из Москвы в регионы. Теперь только дело времени, совсем чуть-чуть осталось подождать. В дальнейшем по проекту РФС планируют создать школьную футбольную лигу для проведения турниров между учебными заведениями и надеются, что в них будут принимать участие и команды девчонок. Слабый пол, уверены организаторы, и, к слову, школьные учителя физкультуры все же полюбят футбол. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.